ехать некуда. Да было чудо, касса стала в 5 утра. Походу все, приехали, Зелимхан опять звонит. По-цыгански говорит: хочешь миром разрули... Алло. Ты где сейчас? Ты кому позвонил, дебил? Сам себе, что ли? Сейчас я тебе, перезвоню, ублюдок, я занят. Это жена на фото. Я тебе перезвоню, ублюдок. Да. Слушаю, да, что звонили? Ты сегодня разговаривал. С кем? С людьми, с моими, нахуй. Тебе звонили, нахуй тебя били. Объясняли все, ты нахуй ломаешь карты всем. Отца ебать, ты куда попутал? Ну я вас, куда тебе не нужно? Я вас за людей не считаю, ты попутал, вы не люди. Вы не люди? Вы нет, вы черти. Вы, кто это вы, черти? Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ну вот, именно ты для меня краснопер. Черт. Краснопер. А краснопер я... Ты для меня черт. Краснопер, слушай меня. Давай, слушай. Если ты вот эту хуйню перестанешь делать, да? Какую? Вот эту хуйню, что ты людям там карты ломаешь, нахуй. Да каким людям? Я чертям карты ломаю, а не людям. А не люди, как и ты человек. Нет, я-то ты человек, я человек, а вы нет, вы не люди, вы черти. Причем здесь я? Ну а ты я кто? Я с тобой. Ты сам кто? Алло. Меня попросили люди с тобой пообщаться. Тебя люди попросили? Да, те люди, как и ты, человек. Они тоже человек. Ну ты сам-то кто, черт? Обозначь себя, кто ты? А ты кто такой? Краснопер, ебать. Что такое краснопер? Объяснишь? А краснопер, ты что, сука, на мусоров работаешь? Или что, сука, ебать? И что это, краснопер называется? Тебе недолго жить, сука, осталось. Тебя уже ищут, сука. Сколько осталось? Я тебе в натуре говорю, тебя ищут уже. Так вы же полу, вы меня сколько ищете, все найти не можете. Максимум вы что находите, это мой... Я тебе отвечаю за мои слова, я тебе отвечаю за мои слова. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ответь. Тебе какая разница? Вот потом увидишь. Ну, чтоб я знал, кого пи***бола мне выставлять. Как твое имя? Кто будет пи***бол следующий? Хоть записывай, мне без разницы, братан. Я тебе сказал. Тебе уже ищут. Я с тобой ругаться не буду. Так с тобой никто и не ругается. Я с тобой ругаться сейчас не буду. Я просто попросили, дали твой номер, я тебе позвоню. Ну так кто ты? Кто ты? Ты кто? Слушай, ты все контакты, да? Ты все карточки блокируешь, да? Просто ты пожалеешь, братан. Я и визы блокирую, и... И я и визы карты блокирую, и сим-карты, я все блокирую. Блокирую, ради бога, ты что, деньги от этого зарабатываешь, или что? Нет, просто по кайфу. Не, ну что, ты просто, ты что, имеешь от этого, да, карту блокируешь, деньги имеешь, да? Я имею, но я имею не деньги, я имею не деньги, а вас. Ты меня не имеешь, братан. Имею, я тебя прямо сейчас в диалоге имею, как черта, ты черт. Ну что ты мне позвонил? Ты даже не можешь себя обозначить. Кто ты, что ты? А зачем ты мне тогда позвонил, дебил? Просто я тебе позвонил, слушай, мне люди сказали, что перезвонить с тобой решать вопрос. Я тебе не буду с тобой решать. Так а ты не можешь даже диалог вести. Какие вопросы ты решаешь? Я тебе еще раз говорю, слушай меня внимательно. Я там ругаться не буду. Не буду обзывать тебе. Давай. Людям, давай, вот я сейчас хочу, внятно тебе, объясни, смотри, внятно объясни цель, да, своего звонка. Слушай, 20 сегодня у нас 28-е, да? Да. Иди до 30-го числа, иди. Два дня, что ли? Да, я тебе сказал, 30-го, иди. Блин, я тебя ты хочу... Пожалеешь. Я тебя хочу огорчить. Я уже буду а не... Не я уже нет, буду за границей. Я уже за границей буду 30-го. Куда ты,
братан, ты пойми, ты просто не по адресу попал, я тебе сказал. А куда я попал? Я тебе больше не буду звонить. Я тебе больше не буду звонить. 30 числа жди. Послезавтра? Да, если ты не успокоишься, я тебе говорю, если ты не успокоишься, значит... А я вот, я знаешь, как сделаю? Давай я лучше прям 30-го ночью выйду в прямой эфир и буду дальше вас долбить. Да, ты не меня долбишь, ты занимаешь мне это попытку. Меня понимаешь, что ты карточка блокируешь. Было бы тебе понятно, ты бы мне не позвонил. Братан, я тебе говорю, ты веришь, нет, я эти игры не играю. Я не играю по-крупному, братан. Так кто ты? Обозначь себя, если ты не можешь себя обозначить. Да, ты узнаешь, что я такой, потом узнаешь. Ты рядом будешь со мной сидеть. Потом узнаешь. Где будем сидеть? Где будем сидеть? Вот увидишь, в хату ко мне привезу тебя нахуй. Будешь сидеть со мной, будешь общаться. А ты где находишься? Давай я сам подъеду. Да ты не приедешь ко мне. Ну а ты где находишься? Может, ты неподалеку? В Оренбурге. Я в Оренбурге нахожусь. А, блин, далеко. Я тебе сказал, я тебе ко мне привезу. Я тебя отвечаю за мои слова. 30 числа? 30 тебе привезу. Так. Офигеть. А если ничего не случится? Слушай меня, я тебе так скажу. Краснодар в курсе. Ага. Майковский в курсе. Что ты делаешь? Тебе Майковский тоже? Как? Майковский тоже в курсе? Тебе все в курсе, братан. Тебе ты... Ебать. Офигеть. Блин, я ладно, хорошо. Сказал. Давай я сейчас удалю канал. Я ага. Тебе сказал. Вот увидишь. Московская область в курсе? Да, братан, ты под сомнение ставишь? Мой да, разговор, да, да. Весь твой диалог ставлю под сомнение. Весь диалог. Ну, вот увидишь, значит. Жди. Послезавтра, да? Да, ты видишь. Если ничего сказал. Не случится, то что? Ты мне перезвонишь на этот номер, сам перезвонишь. Если ничего ты не случится, я тебе позвоню на этот номер, да, 30-го? Да, я тебе сам подъеду, если тебя ко мне не привезут 30 числа. Все, давай, я постараюсь 30 ночью выйти в прямой эфир, потому что я реально, я буду уже не в России. Поздравляю, только это, нормально, выйди со своим лицом. А зачем? Со своим лицом выйди. Зачем? Ну а что ты, боишься от людей? Короче, да. Мой салон... Вот мой слушай меня, я тебе скажу, одного убрали уже. А кого убрали, кого убрали? А вот этого лысого там, пидорасу. Лысого пидорасу? Да, вот такого, как ты. Это кто такой? Пацаны. Кто такой, кто Охорусь. Такой? Питерского убрали. Лысый пидорасу. Он уже на вечер нихуя не выходит. И это... тебе скоро крышка будет. Это кто? Вот знаешь, я тебе сказал. Ты пидорасу. Мне... Все твои слова пидорасу. Ты по жизни черт. Ну вот увидишь. Ну вот увидишь. 30 числа? Я тебе на туре говорю. 30 числа, давай, я тебе лично позвоню. Ну, у меня, я, возможно, эти симки уже выкину. Будешь угорать. Ага. Все, давай. Давай, песик. 2000 years later. Дабло чадашки, большой вам привет. Давайте в шишки-мышки поиграем. Сегодня ночью у меня вылет. Вот большая подсказочка, откуда вылетать буду. Короче, у вас часа 2-3 максимум. Потом меня уже точно не найдете. Давайте не подведите. Ну или лишний раз просто давайте убедимся, то, что вы все пиздоболы. Большой вам привет. Да, Блочада? Ну что там, хасмаракарщик, где вы? Да, Блочадашки. Ау. Что-то ни одного из вас не вижу. Вы где? Долго вас ждать, нет? Ладно, короче, пошел я. Ну что, даблочадашки, давайте в шишки-мышки поиграем. Где находитесь? Не видели даблочадашек? Сегодня меня должны были мочкануть. Что-то так никто не подъехал. Куда подскочить, либо сами подъедете. Давайте через часик, плюс-минус, буду выходить в прямой эфир. Ну что, друзья. Всем большой привет. Я думаю, как вы все уже догадались, никто никого не нашел и, скорее всего, никогда не найдет, потому что все они пиздят. В очередной раз это они доказали. Я не знаю, для чего они озвучивают эти даты. 28 декабря, 20...
5 января, сейчас 30 января, сказали то, что найдут. Какой смысл от этих дат, когда никто никогда никого не найдет? Возможно, они ищут, пытаются найти, но у них не получается. Максимум, что они могут найти, это чей-либо, чей-то писюнчик у себя за щекой. И все, это максимум. Ну или, может быть, писюн у себя в жопе они могут найти. Все. Потому что они балаболы. Все мошенники, которые сейчас меня слышат, а именно те, с кем я общался по телефону, каждый день общаюсь, вы все балаболы. От всей души желаю вам огромного хасмуракара и большого даблачады. Короче, всем большой привет. И да, кстати, все, кто точно так же им названивает и блокирует карты, большой вам респект. Будем гасить их дальше. Всем пока. 2000 years later. Мы сейчас можем пообщаться спокойно или нет? Да давай пообщаемся. Кто тебя люди слышат? Пусть люди слышат. Ты когда локацию давал, ты почему убегал? Только не пи***й подписчикам. И почему ты на следующий день скидаю? Давай не пи***й только. Чего, я убегал? Да, ты локацию оставлял. Ты сказал, куда идите. А на следующий день ты уже в Китае. Ты почему? Ты можешь это объяснить людям? Почему ты уехал? Ты в Телеграме кинул локацию. Тебе люди сейчас, тот момент, люди хотели к тебе подойти. Ты вроде, да, увидел их и стал убегать ли. Да было чада.